Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект ксеноновых ламп от компании ProLight на цоколе H11, температура свечения 4300 кельвинов. Комплект поставляется в обычной картонной белой упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию. Внутри у нас находятся две ксеноновые лампы мощностью 35 Вт лампы идут. Они идут в защитных пластиковых колпачках для того, чтобы не повредились при транспортировке. К блоку розжига подключаются три разъема, два из которых поменьше, идут стандартом CAT. Есть еще стандарт разъемов AMP. Это нужно знать при замене ламп. Питание подключается 12 вольт через два провода подключения питания. Вторая лампа абсолютно идентичная. Сейчас мы одну из ламп подсоединим к блоку розжига. Все подключается очень просто, разъем в разъем. Разъемы индивидуальные, перепутать не получится. Таким образом, у нас лампа полностью готова к подаче питания. Что мы сейчас и сделаем? Подключим и посмотрим, как она будет работать. Подключаем питание 12 вольт. Лампа у нас загорается. В течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Лампы, конечно, очень яркие, поэтому обязательно после установки комплекта ксенона в автомобиль, любых ламп, нужно обязательно откорректировать фары, дабы не слепить других участников дорожного движения. Температура свечения в данном комплекте заявлена 4300 кельвинов. Как мы видим, она такова и есть. Цветовой поток идет с желтым оттенком. При покупке на комплект ламп обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость. Вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.